Цены на квартиры в Красноярске застыли. Деловой квартал опубликовал исследование аналитиков, которые следят за ценами в строительной индустрии России. И вот цифры. За месяц стоимость жилья почти не сдвинулась. Разница 0,1%. Получается, сейчас средняя стоимость квадратного метра в Красноярском крае составляет 51 тысячу рублей. Мы попросили специалистов агентств недвижимости разъяснить, что же это значит – продавать, покупать или выжидать. На сегодняшний день цены застыли, человеку можно повыбирать, поприсматриваться и в более хорошем ценовом диапазоне купить. С начала февраля месяца уже ситуация в любом случае поменяется, и цены опять наберут привычный рост, пусть небольшой, но тем не менее наберут. Пока же период для операций с недвижимостью благоприятный, говорят специалисты.